Здрасте. Добрый вечер. Капитан команды «Стелла» Максим Рыбалкин. Сегодня одержали победу. Как бы, ну, приятно, что побеждаем уже, в принципе, не первую игру. Вот, но матчи сложно даются. Не получается тренироваться на регулярной основе. Ну, понятно, с составом проблемы, они тоже постоянные. Да, там на одной игре одна часть игроков приходит, на другой игре другая. Вот, ну, в целом, результата добились. Ну, как бы, это главное в этом турнире. Как оцениваете соперников? Бавария нас один раз обыгрывала очень крупно, 6-2. Вот. В составе я видел, что будет их нападающий, как бы, которого вот как раз мы могли опасаться. Но его не было почему-то. Да? То есть, наверное, что-то там в итоге пошло не так, как они задумывали. Да, не все собрались все-таки. Да. Но в любом случае 3-2 – это в один мяч, это борьба всю игру. Вот. Ну и, как говорят иногда шаблонными фразами, да, что если бы здесь были зрители, то эта игра зрителям бы, наверное, понравилась. Вот. Ну и как бы тут было так в основном. Сами игроки, наверное, только. Поэтому, к сожалению, мимо проходит зрителей. Такой искрометный футбол, так скажем.